И всем привет, дорогие друзья, с вами Денис. Ну Я стесняюсь. Ну ты же Димка 38. Да, вот, Денис меня приветствовал. Всем привет. Ладно. И это ТНТ, так, кто не знает, это горячая картошка, короче. Сейчас мы просто покажем скиллуху Денис. Ты меня проведешь секретное свое место, то помнишь? Так это та карта, нет? Я просто тут немного не... Это Би. Короче, это не та карта, да. Так, горячая картошка. Это, да, это не та карта. Ты не знаешь здесь... Ну, это горячая картошка. А я как сказал? Нет, я спросил еще раз. Ну да, это горячая картошка, да-да-да. Ну что, я помню то, что там был вроде один чувак с кинтишкой, когда мы в прошлый раз играли. А, это, по-моему, сервер Hypixel же, да? Да, это mchypixel.net. mchypixel, да, это все сервер mchypixel. Заходите, играйте в TNT Games, там выбирайте Team Tech и играйте. Так вам нужна лицензия Майна. Да, печалька. Ребят, сейчас дофига интернет-магазинов, и ее спокойно можно купить. Рублей даже там, за 3 рубля. За 20, да, за 3 рубля. Акция шла, ну, можно было взять. Не знаю, кстати, мне надо найти ссылку опять на тот магазин, можешь оставлю типа в описании. Ну, там вроде акции часто, кстати, проходили. А, пошел вон! Тим, я в секретном месте. Ты знаешь тут секретное место? Да, их тут несколько. Такие тоннельчики, знаешь? Они все знают, но так они крутые. Я тебя вижу. О, привет. Здорово, вот здорово. Здесь, здесь можно драться. Только хп не снимаются. Крипер! Кто не стар крипер? Ой. Пора валить, пора валить, пора валить, пора валить, пора валить. Бежим, 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 бум-бум, бежим. Бум-бум-бум-бум-бум, бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бум-бум, бежим. Бум-бум-бум-бум, бежим, бежим. Я надеюсь, вам понравится моя мелодия. Кстати, на центре никого практически никогда нет. Обычно. Кого нету? На центре, на центре. А, фу, нормально. Так кто там будет? Ой. Нет, тут что-то их слишком много стало. Слушай, и зайди в пустыню, там тоже будет такой тоннельчик, я там. Окей, сейчас. Я со льда бегу, точнее, со снежного. Давай, так, давай. Вот, пустыня, да, вижу пустыню. У меня 70 FPS. Куда, налево? Просто сказал. Да в любой тоннель. Я не знаю, тут, вот, вот, привет, привет, привет. Ой, там TNT, TNT, TNT. Вали, 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 вали. В харе, кто меня ударил? Ты слился? Да, меня тупо подставили на одну секунду. Понимаешь? Лол. Меня только ударили, буквально проходит секунда, и я взрываюсь. Давай, спектейт, спектейт, короче. Да, спектейт, чё, ты где? Надо, кстати, это будет почаще, когда если я буду картошкой забегать такие тоннели. Потому что в них люди могут сесть. Нет, не из тоннелей, это... Я сейчас на центре, беги на центр. Ой, там картошка, нет, не беги на центр, я не в центре. Мне бежать на центр, ты что, наркоман, что ли? Так это спектейтер. Чувак, чувак, я твой подписчик. Дениска, Дениска, твой подписчик. Ура! Давай снимать вместе. За тобой бежит, за тобой бежит. Ты ли это? Да, за тобой бежит. Сколько секунд осталось? Ну беги, 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 сзади тебя еще, чувак. Черт, а за мной сзади. Ну куда, что ты делаешь? Беги. Все, беги. Он за тобой. Нет, беги. Он тебя ударил, бежал. Давай, беги, беги, беги. Я тебе буду подсказывать. Да, или это не он взорвался? Он взорвался? Какая разница, я не знаю. Я за тобой сверху наблюдаю. Черт, Players 8, да. Кстати, когда будет 6 плеерсов, будут всех телепортировать на спавн. Или 7. Ой, что-то неплохое, то есть плохое случилось. Ай-яй-яй. По-моему, последний оторвался, тебе передалась картошка по чистому рандому. По-моему, не у тебя картошка, а сверху, чувак, прям сверху, сверху, сверху. Он за тобой наблюдает сверху, да, ударил. Побежал, 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 побежал. Давай, давай, он за тобой. Валим, 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 валим. Нет, он убежает направо, направо, направо. Так, прямо, прямо, прямо. Лево. Ага. Так, мы преследуем двух подозреваемых. Один гонится за другим. Так, Денис передал ему картошку. Ты передал ему картошку? Да. Он гонится за тобой, он гонится. Беги со всем. Нет. Да, он за тобой. Нет, он уже не с тобой гонится. У тебя есть шанс. Фух. Давай, 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 давай. Давай, паркур мастер, давай, покажи. Черт, там есть был чувак с картошкой или не показалось? Нет, я показался. Тут часто кажется. Воу-воу-воу. Телепортировал, да. Беги, я кого-то ударил. Беги, но покажу 6 игроков, тут все не страшно. Беги, беги, беги. Вот да, один на один это уже более сложно. То, что ты его не можешь догнать, и шансов больше нету, если ты его не догонишь. Все печально. Я не знаю, по-моему, кто-то говорил, то, что здесь это... Как-то с картошкой у него больше скорости на 0 целых, там, одна... Да, там что-то уже больше должно быть. За тобой гонится, за тобой, за тобой. Ой-ой-ой, что-то вообще что-то тащить должен, как отец. Он тебя практически догоняет. Нет, уже отстает потихоньку. Беги, 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 беги. Нифига себе! Как? Ты что?
Что произошло? Было очень... Ну, я видел то, что он тебя ударил, и ты почему-то у меня телепортировался резко вперед, а он остался там же. Это было страшно, я жестко пропаркурю. Подожди, меня... А, да, спектейтер там телепортнули всех. Ну ладно, давай, я хочу в лобби. Го, можешь написать лобби, можешь написать хаб. 3 секунды, подожди, он просит. Ладно, все, мы подождали и телепортируем. Так. Так. На первое лобби. Да, кстати, лобби ж точно первое. Не люблю лобби. Почему бы не сделать одно чистое лобби, которое будет всегда лагать? Именно. Блин, с этими чуваками у меня слишком мало FPS. Нормально, у меня тоже со всеми чуваками 20 FPS 30. Да, нет, ну вроде более-менее установилось. Да. Так, TNT 3-0. Хотя не. Да, 3-0, видишь? 3-0, видишь? Да, там. Подожди, Би, это та же карта, да? Да, это та же самая карта. Окей, что-то я ее здесь нигде не вижу, присока вроде стоит такая. То, что не, здесь говно, здесь не увидишь. Ты по буковкам определяйся там. TNT там, Би, Эй. Я не знаю, еще Си там, Ди. Ну-ка, может, где-нибудь написано. TNT ранее раньше было, по-моему, Эй, Би. Си, слушай, это мэп доме by Canadian Келлист. Карта, я не знаю, как доме переводится, наверное, дом от Canadian Целист и Hotpixel Network mskpixel. Наверное, это от русских разработчиков, потому что не ребята, сейчас не дом и не хаос, а просто написано так, я не знаю, это как здесь написано, да, доме, именно доме, самый дом. А, вон, блин, карта та же самая, кактусы там. Все то же самое. Все жопа, товарищи, все это жопа. Жопа. То же самое ты говорил в World of Tanks на карте Харьков. Это жопа, Харьков, это жопа. Па-па-па. Вы прекрасно слышите мою мышь. Нет, Харьков, я вообще не люблю эту карту. Она очень большая. Знаешь, не то, что она там большая. Мне не нравится то, что как бы... Ай. Да, пошли вон. Мне интересно, смотри, вот. По-моему... О, мне картошку дали. Господи, у меня что-то провисло. Да беги. Беги, Форест, беги. Я, по-моему, на первой же картошке сейчас умру, что-то мне так кажется уже жутко. А знаешь, откуда беги, Форест, беги появилось? Из фильма? Нет. Уж очень много фраз. Нет, насколько я понял, поиграв в Far Cry 3, там, короче, когда главный герой, то есть, как бы, обучение уже пройдено, и в конце тебе этот... Безумец этот вас говорит, типа, беги, Форест, беги. Ну, угорает, короче, это будет жестко. Мне кажется, это оттуда плюс. Но я знаю, что, по-моему, Форест пробежал вроде всю планету. И из этого появилась как бы эта фраза. Я сейчас приду, Денис. Окей, давай. Так, пока Дима там отошел, тут я буду, наверное, тащить просто. Пока время не иссякнет. Ну что, PlayStation еще 16, нормально. Можно тут побегать по краю карты. На надежде на то, что не будет TNT-шников. Ну, те, кто, наверное, на TNT, да. Ну, кстати, вот The Dream 6, как вы можете видеть этого Диму. Его все бьют, выпинывают просто из этого убежища. Ну, по крайней мере, это делаю я. А, лол. А, не бейте меня, я хороший. Ладно, Дима, ты должен быть в убежище. Я затолкаю тебя обратно. Спасибо, брат, руками. О, меня чуть не убили. Ты меня защитил или что произошло? Я тебя заталкивал в убежище, они тебя выталкивали из него, пока ты стоял в АФК. Вот какая, вот как... Нет, валим, Денис, валим! Валим. Это плохо. Я, кстати, тоже, когда вот тебя не было, назвал их тинтишником. Так, ты же сейчас снимаешь через экшеном? Конечно. У него нет паузы, да? К сожалению, нет. Так бы я, может быть, ставил. Ну ладно, нормально. Во-во-во, мне дали TNT. Уж извините, но, по-моему, через бандикам у меня будет... Ну я же снимаю через бандикам, у меня компьютер слабее твоего, и меня не лагает. Ну, Денис, ну, мне бандикам как-то не очень. А вот через экшен 30 FPS и... 48, 50. У меня ограничение стоит на 30, у меня 30-31, как бы вот так вот. Беги, Форест. Беги. Я здесь не был в пустыне. Кстати, на втором ярусе был тут это такие крыша. Кстати, второй ярус, господи. Черт, я здесь чуваком передаю TNT, я не знаю.
Паркур! Паркур, детка! Нет! Нет! Паркур! Нет! Пошли вон! Пошли вон! Нет! Что, тебя убили опять? Да. Печалька. Блин, ну это хотя бы уже был, по-моему, 9-м. Да-да-да, ты был 9-м, нормально. В прошлый раз 10-м день. Растешь. Вообще быстро. Да. Так. О, меня под конец опять. Меня опять поставили. Так, ты вообще где? Я там в той печерке, в пещере. В пустыне. Не, я не люблю печерки. У меня 70 FPS ровно. А, да, у меня же ограничение на 70 стоит, что-то я забыл. Так бы было бы больше, наверное. Но иногда все-таки провисает. 70 FPS? Да. Зачем тебе столько? Ну, а вдруг будет 120, что-то не хочется. Ну, это видео будет очень много весить. Так, ты в туннеле каком? Еще одном? Да, вот вы вдвоем. Ага. Так, тайм 5. Бежит. Побежал. Нет! Фух! Вали. По-моему, через меня как-то там передалось, как-то так, что-то я не очень-то как-то это понял. Нет. Смотри, он тебя тинтишник немножко обогнал и ударил другого. Тебе повезло, буквально там. Причем жестко. Беги. Что за мной есть кто-нибудь? Никто не гонится. Нет. Тинтишник побежал в другую сторону. Все нормально. Ой, я могу здесь отдыхать, типа? Здесь как-то слишком палево, поверь. Если побежишь налево, там тебя легко запалить. По краям это не самый лучший способ палиться. Да. Ну да. Есть люди, которые прям в левых сторонах бегают. На нижнем ярусе самом. Прям бегают там и бегают. Ну, как я сейчас. А я бегал во втором, по-моему, ярусе, потом куда-то спустился. Ну-ка. Я уже не помню, как я сделал. Так, слушай, тайм 1. 5, все, сейчас всех опять на спаун телепортируют. Денис, ты игры с тобой сыграем или сколько? Ну давай это последний раунд и все. Нормально, да, пойдет. Побежал. Книжная полка на башке. Что? Что у меня была книжная полка? Нет, не у тебя, а у другого перца. Это было немножко странно. 5 плеерс. Так, за мной кто-нибудь гонится? Да, тинтишник. Все, спрятался, не беги туда. В другую сторону, в другую. Все, он за тобой. Он бежал наперед сверху. Окей, спасибо, что спас. Сзади. Все, догнал. Черт, прям подставил. Денис, вот я не люблю такие подставки, когда время уже на конце, и тебя ударят, и на этом все. Че, сейчас закончим или? Ну что ж, на этом говорю, дорогие друзья, если вы здесь впервые, а вы, скорее всего, на моем канале впервые, на Денис нет, то подписывайтесь обязательно, это обязательно, иначе великий Йота покарает вас всех. Кто не подписался и не поставил лайк, так, ставим лайки и оставляем комментарии, если, конечно, это уже по желанию. Тут Йода сам уж не в силах это сделать. Ну, всем пока. Да, всем удачи, всем пока. Это был сервер mchypixel.net. Тинти так. Горячая картошка по-другому. Всем пока.